Всем привет! Изучаю DaVinci Resolve. И вот какой баг я нашел. Слепил клип, который, на мой взгляд, довольно неплохо получился для первого раза. И вот какой момент. 6 минут длится. Вот. Здесь какая-то проблема. При экспорте экспортируется только вот эта часть и ничего больше. Не знаю, что это такое. Кто может, подскажите, пожалуйста. Смотрите. Значит, нажимаю быстрый экспорт. Настройки 6 минут, клип идет. Сегодняшняя дата, все дела. Экспорт. Ну, берем какие-то там циферки, неважно. Суть. Экспортируется только вот эта часть. Хотя клип намного больше. Очень странно. Вот, мы сейчас экспортировали. Куда делся весь клип, черт его знает. Экспорт. Рендеринг завершен. Вот он, файл.